Доброе утро, друзья! Только что вернулась из магазина. Накупила продуктов, свежей зелени и овощей. Сегодня мне попалась молодая картошка, и я тут же подумала про самое мое любимое блюдо – окрошку. Как же я люблю окрошечку! Для окрошки нам понадобится молодая картошка, я ее уже отварила, 4 яйца, я их тоже уже отварила, 2 огурца, редиска, зеленый лучок и пучок укропа, 1 литр теплой кипяченой воды, 2 банки мацони, можно заменить кефиром. Картошку нарезаем на кубики. Нарезаем яйца, нарезаем редиску, огурец очищаем от кожуры и тоже нарезаем небольшими кубиками. Нарезаем зелень. Все порезанные овощи у нас уже в кастрюльке. Добавляем туда 2 банки мацони. Наливаем литр теплой кипяченой воды. Если вы любите окрошку погуще, можете добавить воды поменьше. Перемешиваем. Хорошенечко солим. Накрываем крышкой и оставляем нашу окрошку на полчаса, чтобы она настоялась. Ну что, друзья, попробуем? Сплошные витамины. Я обожаю этот витаминный холодный супчик, особенно в жаркий день. Друзья, готовьте на здоровье. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. А мы с вами увидимся в следующем видео. Очень-очень скоро. Пока-пока!